пожалуйста, плюсы в чат вебинарной комнаты, если меня хорошо видно, хорошо слышно. И начинаем наш вебинар по проекту двигателя Дуйнова. Напоминаю вам о том, что наш сегодняшний вебинар посвящен всем самым актуальным и важным новостям за прошедшую неделю в нашем проекте. Меня периодически просят называть дату, потому что те, кто смотрит записи, не понимают вебинар, за какое число идет. Сегодня 31 января 2019 года. Вот, постараюсь не забывать называть дату, чтобы было удобнее в записи потом просматривать. Так, для тех, кто на наших вебинарах бывает нечасто, сообщаю, что сначала выступлю я. Меня зовут Павел, я один из участников команды, который занимается привлечением инвестиций в наш проект «Двигатели Дуйнова». После же меня выступит сам Дмитрий Александрович Дуйнов, он также расскажет последние новости и ответит на ваши вопросы. Прошу ваши вопросы направлять во вкладку «Вопросы», она так и называется, вверху вебинарной комнаты. На эти вопросы буду отвечать я, на те вопросы, которые адресованы Дмитрию Александровичу Дуйнову, ответит он сам. Соответственно, можете уже сейчас вопросы писать, либо по ходу того, как я буду говорить, они у вас могут появляться. Ну, потому что если будете писать просто в чат вебинарной комнаты, какие-то вопросы обязательно улетят. Если же вы нас смотрите сейчас в социальных сетях, помните, что нам чрезвычайно важно, чтобы вы поставили лайк и нажали кнопочку «Поделиться». Если вы смотрите на YouTube, прошу сделать то же самое, можете вставлять свои партнерские ссылки. Помните, что это не только помогает вам влиять напрямую на свои инвестиции, потому что вы, являясь участникам и инвесторам проекта, напрямую заинтересованы в том, чтобы этот проект быстрее был зафинансирован. Соответственно, в том числе и от ваших репостов, от ваших активностей и усилий зависит скорость, с которой проект будет реализовываться. Поэтому вы можете в данном случае влиять на успешность и на скорость развития проекта. Так что лайк, поделиться, я уже все это сделал. Я каждый вебинар делаю репост, наверное, еще ни одного не пропустил. Так, переходя к нашим новостям, хочется для начала спросить, скажите, а кто знает, что такое Горыныч? Аппарат для сварки, пайки, или знаете, напишите плюсик, если знаете, минус, если не знаете, что это такое, а я начну рассказывать, соответственно. Горыныч – это такой аппарат для сварки, пайки, резки твердых земных материалов земного происхождения, именно так написано на официальном сайте. Соответственно, чем он интересен и почему я сегодня про него рассказываю, начиная с него. Дело в том, что этот аппарат был разработан командой Дмитрия Александровича Дуйнова и им самим. Было это еще больше 10 лет назад. Это уникальный по своему роду аппарат, конкурентов ему до сих пор на рынке нет, а те конкуренты, которые являются, да, или по крайней мере пытаются ими быть, они либо сильно проигрывают в качестве, либо очень сильно дороже в цене. Соответственно, это к вопросу вообще о том, во-первых, на какие деньги до старта финансирования финансировалась разработка Дмитрия Александровича, откуда Дмитрий Александрович брал деньги для того, чтобы финансировать технологию «Славянка» и чтобы продолжать над ней работать. Ну и Горыныч еще интересен тем, что он показывает, что команда Дмитрия Александровича Дуйнова умеет строить бизнес. Она умеет строить бизнес от начала проектирования и создания продукта, заканчивая его серийным производством и заканчивая его реализацией посредством дилерства или посредством прямых продаж от компании. И сегодня я решил об этом рассказать, потому что многие об этом аппарате и так знают, но вполне вероятно, что не все догадываются, насколько это качественный продукт. Соответственно, недавно мы рассказывали о том, что поступил в Зеленоград для проведения ремонтных работ один из этих Горынычей. И интересен он был тем, что этот Горыныч был выпущен еще 11 лет назад. И несмотря на то, что сейчас, да, те Горынычи, которые выходят, они, конечно, уже модифицированы, и они до сих пор, кстати говоря, успешно продаются и производятся командой Дмитрия Александровича Дуйнова. Соответственно, несмотря на то, что те первые образцы, естественно, были не настолько совершенны, нежели которые есть сейчас, те аппараты, которым уже по 11 лет, они не собираются на покое, они не ломаются, они ломаются, но не критично, то есть их можно починить, и они продолжают служить верой и правдой своим приобретателям. Вот, соответственно, сейчас многие из вас могли видеть видео, на котором один из людей, который приобрел этот Горыныч еще в 2008 году,
и до сих пор его эксплуатирует. Он рассказал свой опыт работы с данным аппаратом. Соответственно, он рассказал о том, что на момент приобретения вообще аналогов никаких не было, даже близко. За 10 лет, сколько он эксплуатирует этот аппарат, он полностью себя оправдал. Более того, на нем опробовали практически все существующие виды сварки. Ну, то есть аппарат действительно не на словах дан, а по отзывам потребителя действительно является высококлассным продуктом, который смог сделать Дмитрий Александрович Дуйнов. Вот, очень рекомендую вам посмотреть это видео. И еще раз, почему я об этом говорю? Говорю я это потому, что команда действительно умеет делать бизнес. И сейчас мы все с вами, несмотря на то, что проект он во многом идейный, и действительно многим не безразлично то, что происходит у нас в стране с нашими технологиями, с нашими разработчиками, с нашей экономикой в целом, и многие озабочены тем, что будет с этой страной там через 10, 20, через 50, через 100 лет, все-таки наш проект во многом коммерческий, и те люди, которые инвестируют в этот проект, естественно, ожидают получить прибыль, да, а вообще как в инвестициях правильно, да, первое правило — сначала не потеряй деньги. То есть сначала постарайся вернуть то, что проинвестировал. Если тебе это удалось, тогда уже постарайся заработать. И именно поэтому это отличный пример того, что команда действительно умеет заниматься не только разработкой. Она занимается не только технологиями, высокими технологиями, да, и она не занимается не только там производством, опытными образцами, серийным производством. Она действительно умеет строить бизнес. И это очень важно, потому что я периодически читаю такие комментарии, что люди пишут, что да, Дмитрий Александрович наверняка хороший изобретатель, я верю в его продукт, но то, что он умеет строить бизнес, или, ну, это совсем иное, да, то есть не факт, что он сможет построить коммерчески успешную компанию. И, друзья, всегда можно судить только по фактам, человека нужно и можно судить только по результатам. Соответственно, Горыныч, он показывает, да, что команда не только умеет строить бизнес, прибыльный бизнес, да, как я уже сказал, с момента начала и завершая продажами, то есть с момента производства до продажи, но она умеет еще и делать суперкачественный продукт, за который не стыдно. Понимаете, как приятно, я даже думаю, Дмитрию Александровичу и людям, которые занимались, да, именно Горынычем и продолжают им заниматься, как им приятно осознавать то, что они действительно делают людям большую пользу, когда продают этот продукт, потому что, ну, 11 лет, я думаю, многие со мной согласятся, сейчас, ну, ничего не служит. Ну, действительно, любая материальная вещь в нынешнем мире капитализма, она через 11 лет, как правило, уже разваливается. Вот, и как бы тебя постоянно стимулируют на покупку новой модели, на покупку там какие-то апгрейды, модификации. Здесь продукт служит верой и правдой. Это такой, я бы даже сказал, уровень, наверное, если можно так выразить, Советского Союза, да, когда делали все на качественно и надолго, и именно для людей. И продолжая говорить вообще про бизнес, да, про то, какие сейчас направления штурмует компания, про то, чем сейчас занимается команда Дмитрия Александровича Дуйнова, я думаю, что вы помните, что в целом команда занимается асинхронными двигателями, да, и применяет к ним технологию Славянка, и модифицирует эти двигатели по Славянке, по своей технологии, и проектирует новые двигатели, используя технологию Дмитрия Александровича Дуйнова. Но также создаются и собственные двигатели, да, которых, в принципе, аналогом которых нет на рынке сейчас. То есть это, например, мотор-колесо Дуйнова. Ну, аналог, конечно, есть, там, BLDC двигатель, но это совершенно иной двигатель, по факту иной продукт, который, ну, на голову ниже, нежели то, что делает Дуйнов. Сейчас команда, по сути, подошла и практически уже готов очередной такой же революционный по своей сути продукт. Это, конечно, углешлифовальная машина на Славянке. Я думаю, что уже, ну, те, кто смотрит вебинар, сидят за проектом, видели и слышали про это, то, что команда Дуйнова продолжала и уже там достаточно продолжительное время занимается разработкой специализированного асинхронного привода, да, рассчитанного в применении именно в электроинструментах. То есть это очень интересная разработка, и можете посмотреть новость с Дмитрием Александровичем Дуйновым, где он более подробно об этом рассказывает. Дмитрий Александрович взял в качестве наглядного образца углешлифовальную машину. Ну, модель точно я не помню, можете там посмотреть, соответственно, с двигателем короткозамкнутым ротором. Вот. Были пересчитаны параметры
оригинального УШМ. Вот, учитывая потери, был сделать вывод о том, какой по мощности асинхронный двигатель нужен для улучшения работы данного инструмента. И далее этот двигатель спроектировали в программе Maxwell. Да, вот Дмитрий Александрович тоже много раз говорил, что именно в этой программе они работают. Были созданы детали, да, для этого двигателя на нашем лазерном оборудовании, которое сейчас находится на опытном участке, что было в свою очередь сделано, да, организовано, и оборудование, в которое было закуплено благодаря инвесторам и на те инвестиции, что пришли в компанию. Соответственно, после этого намотали сами обмотки, сварили беличью клетку, провели необходимые стендовые испытания, которые, стоит отметить, прошли чрезвычайно успешно. Соответственно, в рабочем режиме ощущения от использования этой машины с этим асинхронным двигателем отличаются от оригинала. Ну, очень сильно и заметно отличаются. Там можно отметить такие параметры, то, что снизился уровень шума, изменились поведение редуктора, улучшилось качество резки. Также Игорь Корхов свой комментарий дал и рассказал о преимуществах, да, самого асинхронного привода для электроинструмента. То есть я сейчас тут рассказываю то, что вы можете более подробно увидеть в том видео, поэтому обязательно посмотрите. Обязательно посмотрите этот ролик, где все более подробно рассказывается о том, что же такое этот самый асинхронный, да, специализированный асинхронный привод, который разрабатывает компания Duinova. Вот, соответственно, почему это интересно? Ну, конечно, во-первых, потому что это асинхронный короткозагнутый привод, который спроектирован на основе технологии совмещенных обмоток. Да, технологии Дмитрия Александровича Duinova, и мы все помним, что его технология позволяет приобретать двигателям те характеристики, которые не могут себе позволить сделать те производители, которые делают классические асинхронные двигатели, ну или какие-то другие двигатели, работающие на иных принципах. Соответственно, этот двигатель, да, про который я сейчас говорил, который будет применяться именно к электроинструменту, это некий альтернативный вариант, да, которые команда Duinova может предложить рынку взамен коллекторных двигателей, выводимых из эксплуатации в Европе, и дорогих BLDC двигателей. То есть по факту сейчас, ну, можно сказать, на наших глазах создается продукт, который коммерчески может быть не менее успешным, чем мотор-колесо Duinova. Мотор-колесо Duinova сейчас, конечно, самый знаменитый двигатель, так или иначе, он самый знаменитый даже не потому, что на нем можно заработать самые большие деньги, а потому что просто наглядно понятный любой человек, просто прокатившись на этом велосипеде, может понять разницу между тем, что делает Duinova, и тем, что могут сделать в Китае, да, те самые BLDC двигатели. Но теперь мы еще имеем продукт, который также претендует на звание очень удачной разработки, которую опять-таки сделала команда Duinova и которая будет применяться в электроинструменте, являясь, конечно, конкурентом тех двигателей, которые используются в этих электроинструментах на данный момент. Но опять-таки, когда я говорю конкуренты, это немножко условно, да, все равно. Вот, потому что, вы знаете, когда сравнивают, например, там какую-нибудь ВАЗ, да, там, как говорится, да просят меня этот отечественный производитель, и какую-нибудь дорогую BMW, которая стоит 10 миллионов, да, все, конечно, скажут, ну, BMW лучше, да, конечно, за 10 миллионов она лучше, вот, но при этом она дорогая, да, то есть я не могу себе позволить такую машину. Здесь же мы имеем, по сути, такую же разницу, да, только цена одинаковая. Ну, естественно, если вам за одну и ту же цену предложат Ладу Калину или BMW, которая там самая-самая последняя какая-нибудь, да, естественно, вы видите BMW, потому что она просто на уровень выше. То есть примерно то же самое сейчас делает Duinova на рынке электроинструментов. Вот, я думаю, что Дмитрий Александрович раньше, после меня еще более подробно об этом расскажет, и что именно происходило, как это тестирование выглядело. Вот, но опять-таки, уже об этом много говорилось, то есть это некий итог, то, что уже в итоге у нас получается. То есть это, скажем так, не супер новая новость, это новый итог, то есть очередной, да, который мы получили, занимаясь именно этой разработкой. Что еще интересно у нас произошло? Конечно, кроме этого, сейчас огромное количество событий. Я уже говорил о том, что сейчас действительно очень много времени тратится на бумажную работу, потому что все вы помните, что мы стали, точнее, нашу заявку на вступление в особую экономическую зону подписали. Кстати говоря,
многие пишут, вот Алабышева звучит как-то не очень, да, то есть особая экономическая зона Алабышева. Особенно для зарубежных наших инвесторов и участников Алабышева, да, для них как зазвучит очень странно. Но на самом деле я вот тоже думаю, может быть, есть смысл даже поменять эту терминологию, потому что правильнее говорить особая экономическая зона Технополис Москва. И именно площадка называется Алабышева. Вот, на данный момент это так. Поэтому, может быть, перестроимся. Технополис Москва действительно больше многим нравится. Это как-то современно, да, и красиво звучит. Вот, соответственно, несмотря на то, что много сейчас работы идет именно связано с Алабышевым, потому что, еще раз, над документами нужно работать. Я думаю, вы помните, что нулевые работы по строительству на этой площадке нашего будущего конструкторского бюро начнутся уже, ну, как позволит погода, и летом уже начнется непосредственно само строительство, на которое потратится, ну, понадобится где-то 20 месяцев по текущим расчетам. Вот, соответственно, кроме этого, все равно, как вы видите, работа продолжается, это и разработка новых двигателей, да, и тестирование и работа на технологии. Вот, кроме этого, я думаю, вы помните, что много мы говорили про аттестацию лаборатории. Многие спрашивают, когда лаборатория аттестует. Соответственно, сейчас мы можем уже говорить, что команда приступила к формированию комиссии для аттестации этой лаборатории. Вот, по итогу формирования этой комиссии ей будет выполнен ряд необходимых подготовительных работ и проведена внутренняя аттестация. Случиться это должно к началу февраля месяца. Вот, в Зеленоград продолжает поступать оборудование для выполнения первых заказов по заключенным договорам. Вот, это тоже очень интересно, пока не все подробности известны, но работа в этом направлении идет, новое оборудование закупается и первые заказы, да, многие компании уже ждут, потому что раньше никаких заказов вообще нельзя было выполнить, когда у нас отсутствовала лаборатория, опытный участок и так далее. Сейчас, благодаря инвестициям, проект уже свою стадию минимум развернут, то есть мы можем говорить о том, что мы уже прошли точку невозврата, когда можно было говорить о том, что проект состоится или нет, сейчас он однозначно состоялся, теперь мы только идем уже в сторону задачи максимум, именно строительство конструкторского бюро, ну и соответственно уже на том оборудовании, что есть, это, которое находится в Зеленограде на арендных площадях, уже конечно мы можем первые работы проводить, что и планируется сделать. Также можно говорить, что продолжаются работы и в самой лаборатории, и на стендовом оборудовании, да, о чем я говорил до этого. Сейчас тестируются двигатели, формируются протоколы, и эти протоколы сейчас переводятся на английский язык. Я прям посмотрел, почему-то многие так спрашивали, почему именно на английский, почему там сразу не на китайский, еще куда-то. Но, друзья, как бы мы ни хотели, все-таки английский язык сейчас один из самых важных языков, и большинство людей говорят именно на нем, то есть которые именно общаются. То есть, ну, в любую страну вы приедете, конечно, в большей вероятности, да, что именно английский язык вам поможет, нежели даже местный язык. Потому что язык каждой страны выучить невозможно, так что английский действительно очень серьезно расширяет аудиторию, и которая связана там с инвестициями, и аудиторию, которая связана с потенциальными заказами и производством будущих двигателей, которые делает Дуюнов. Соответственно, вся эта работа продолжается, здесь все стабильно, да, это такая работа, знаете, как каждый там спроектированный, каждый тестированный двигатель, по сути, это подвиг, по сути, это очень большая кропотливая работа, которая ведется огромное количество времени. Но мы как-то уже так говорим, да, очередные двигатели протестировали, очередные протоколы сформированы, но все это нам нужно, это все наши нематериальные активы, и все это увеличивает интерес заказчиков и интерес партнеров к нашей компании. Друзья, ну, событий действительно много. Если вы сейчас смотрите этот вебинар, и вы слышали и про Горыныч, и про эту машинку углешифовальную, и вы наверняка слышали про другие двигатели Дуюнова, но вы все еще думаете, вы не уверены, хотите ли вы участвовать в проекте, или, возможно, вам чего-то не хватает, я вам рекомендую приходить на нашу конференцию. Я еще раз вам напоминаю, что наша конференция – это наша первая международная конференция, которая пройдет 16 февраля в Москве. То есть это будет самая крупная наша конференция
из всех тех, что у нас были. То есть прошу не путать с живыми встречами, которые были у нас по городам. Это именно похожее событие, которое у нас было в сентябре 2017 года, когда у нас было около 500 человек в зале, когда у нас было представители и от команды разработчиков, была и команда, занимающая развитием и привлечением инвестиций в проект. Было продемонстрировано огромное количество разработок Дмитрия Александровича Дуйнова. Это и мотор колеса самых разных мощностей и габаритов, соответственно, это и электроавтомобили, в которых двигатель был модернизирован по технологии Славянка. Я, конечно, говорю про автомобиль Renault Twizy, в частности. Там же был и Горыныч, там же были и элементы двигателей, которые были уже выполнены на нашем стендовом оборудовании. Там же был справочник по совмещенным обмоткам. В общем, все то, что связано с нашим проектом, и то, о чем вы могли слышать в сети интернет или еще каких-то знакомых, возможно, все это будет там. Так что, друзья, я вас туда приглашаю. И это отличный способ не только еще раз увидеть и команду разработчиков, задать им вопросы, и команду, занимающуюся инвестициями, и увидеть разработки, да, что очень важно, Дмитрия Александровича Дуйнова, но это и отличный способ пообщаться с другими инвесторами, с другими участниками и партнерами проекта. Можно задать им какие-то вопросы, потому что они такие же инвесторы, как и вы, или они были не инвесторами, как вы, да, и все-таки приняли такое решение. У вас будет возможность увидеть их вживую, увидеть то, что это действительно очень большой проект, что нас очень много, то, что это действительно сила, которую уже не остановить, и, что самое важное, на таких мероприятиях вы, ну, волей-неволей с кем-то да и познакомитесь. А я искренне верю в то, что подобные мероприятия, на них приезжают люди, которые, ну, как минимум, какие-то интересы у них совпадают. Соответственно, вы можете найти себе единомышленников, друзей, партнеров по бизнесу, да, вы, может быть, вы вместе будете развивать в дальнейшем проект двигателя Дуйнова, может быть, вы еще в чем-то подружитесь, поэтому такой нетворкинг, как сейчас модно говорить, да, именно налаживание связи, налаживание партнерских взаимоотношений на таких мероприятиях, это, конечно, очень ценно. Что еще не делали? Первое, да, всем пришедшим на эту конференцию будет бонус к их будущим инвестициям, поэтому если вы планируете проинвестировать, обязательно приходите, или если ваши знакомые планируют, вы можете для них этот флаер на будущую инвестицию взять совершенно бесплатно. Но это не то, что я хотел сказать, а что мы еще раньше не делали. В этот раз у нас будет еще одна, ну, если хотите, акция или такое проверка, как это будет работать. Соответственно, абсолютно каждому, кто придет на конференцию не один, а приведет с собой друга, да, приведет с собой товарища, коллегу, может быть, несколько друзей, получит инвестиционные доли на баланс своего личного кабинета. Более того, если ваш друг пришел, он тоже получит эти инвестиционные доли. Более подробная инструкция, как это будет выглядеть, скоро появится в новостях, но просто помните, что если возьмете с собой друга, этим самым он не только сможет поприсутствовать на хорошем мероприятии, где приятно провести время, он еще и сможет ознакомиться с инновационными российскими разработками инженера Дмитрия Александровича Дуйнова, а также получить совершенно бесплатно 250 инвестиционных долей компании, которая в будущем может ему уже не казаться такой небольшой цифрой, потому что действительно эти инвестиционные доли, ну, пока неизвестно, конечно, сколько они будут стоить там через 10 лет, но я думаю, что это, знаете, как с биткоинами, когда кто-то в 2010 году думал, что это за копейки, а в 2017 году искал, где же мои пароли от моих кошельков, когда биткоин вырос на невероятное количество раз. Так что, друзья, обязательно зовите с собой друзей. Помните, конечно, что и без этой акции вы можете приводить с собой кого угодно. Если у вас есть друзья, которым это интересно, всех можете брать с собой. Я думаю, что интересно будет даже тем, кто еще ничего не слышал о нашем проекте. Поэтому приходите, приходите не одни, получайте бонусы за приведенных друзей. И я там тоже обязательно буду 16 февраля. Главное, не забывайте пройти регистрацию, потому что мест может на всех не хватить. У нас сейчас уже под 500 регистраций. Так что, ну, за 500 уже перевалило, да, я смотрел пару дней назад это было. Зал у нас, я могу ошибаться, но, по-моему, максимум там где-то на 700-800 человек, поэтому, по сути, осталось не так много мест, поэтому, друзья, рекомендую вам регистрироваться, там же вы найдете точный адрес, где это проходит, и точное время, когда это мероприятие состоится. В новостях компании или в соцсетях обязательно это посмотрите. Ну, соответственно,
Как вы знаете, за последнее время событий было огромное-огромное множество. То есть последние месяцы они просто кипят событиями на каждом вебинаре. То есть я прям смотрю, как долго я выступаю, и действительно есть о чем сказать. И события, которые были, соответственно, запланированы на 7-й этап финансирования и на 8-й этап финансирования, на данный момент они фактически уже практически выполнены. Соответственно, поскольку у нас задачи выполнены, мы с вами меняем этап финансирования. У нас 20 этапов финансирования, я напомню. 3 года, которые выделены на привлечение инвестиций, разделены на 20 этапов. С каждым этапом мы реализуем определенные цели. Риски у инвесторов потенциальных снижаются. Соответственно, инвестиционные условия ухудшаются. То есть инвесторам компания начинает платить все меньшую и меньшую так называемую венчурную премию. То есть ее долю вы можете купить все дороже. Риски меньше для вас, соответственно, и потенциальная доходность для вас становится меньше. Соответственно, именно такой процесс у нас сейчас и происходит. У нас завершается 7-й этап финансирования проекта, но мы переходим не на 8-й. Как я уже сказал немножко ранее, мы запланировали события на 7-й и на 8-й этап. Мы выполнили те задачи, что были заложены на 8-й этап. Мы перескакиваем 8-й этап, именно поэтому его не будет. То есть все, что было на 8-м, мы сделали за 7-й этап. Соответственно, мы сразу переходим с 7-го на 9-й. Это означает лишь то, что дисконт, то есть инвестиционные условия будут снижены очень-очень серьезно. Гораздо сильнее, чем это было бы до этого. Поэтому, если вы планируете стать участником нашего проекта, конечно, я рекомендую вам сделать это до смены инвестиционного этапа. Этап у нас меняется 25 февраля, то есть у вас остается чуть менее там, 4 недель, да, то есть для того, чтобы проинвестировать на текущих выгодных условиях, которых уже никогда не будет в нашем проекте. Я не исключаю, что с 9 мы перескочим сразу 2-3 этапа и в целом завершим финансирование уже в ближайший год, поэтому осталось не так уж и много времени вам для того, чтобы подумать или для того, чтобы принять участие на тех условиях, что есть сейчас. Я не отрицаю, что, конечно, инвестировать в компанию будет выгодно даже после выхода компании на IPO, потому что акции любой развивающей компании имеют тенденцию к росту, но, конечно, сейчас, на той стадии, на которой компания находится в данный момент, ну, по сути, у вас остается только несколько недель, чтобы сесть в последний вагон уходящего поезда. Так что, друзья, обратите на это внимание, обязательно сообщите об этой возможности своим друзьям. Если вы сейчас платите пакет на $1000, и вы хотите увеличить свой пакет до $2000, на 7-м этапе, скорее всего, ну, после этой возможности уже не будет. Поэтому, если вы планировали увеличить свой пакет, рекомендую вам также делать это до смены 7-го этапа. Так, друзья, я думаю, что можно переходить к ответам на вопросы. Я вам напоминаю о том, что после меня, после того, как я отвечу на вопросы, будет выступать Дмитрий Александрович Дуйнов. Он расскажет последние новости и тоже на ваши вопросы ответит. Поэтому, если есть вопросы, Дмитрий, если вы нас смотрите сейчас в социальных сетях или на YouTube, прошу, что на Новый год у нас была акция, когда можно было подарить 100 инвестиционных долей каждому желающему. Да? То есть, если у вас были друзья, вы могли подарить им 100 инвестиционных долей, и, соответственно, они у него остаются после верификации. Вот кто помнит такую акцию, нажмите обязательно плюс. Соответственно, мы увидели очень хороший результат от этого, потому что действительно, когда человек не просто рассказывает своему другу о проекте, а говорит, хочешь, я тебе сделаю подарок, хочешь, ты станешь участником проекта, от тебя ничего совершенно не требуется, просто прими подарок и пройди верификацию. Это дало огромный результат, и многие просили о том, чтобы эта акция вернулась. Так вот, хочу вам сказать, что в ближайшее время она появится снова, и каждый из вас сможет подарить своему другу 100 инвестиционных долей. После этого друг спросит, а что это вообще такое, и уже дальше вы ему расскажете о нашем проекте. Очень хороший инструмент, рекомендую вам пользоваться. И проверьте, через пару недель это обязательно уже появится. Так, я перехожу к вопросам. Еще раз, если есть вопросы, не забывайте их писать. Павел, почему при смене этапа можете не озвучить, сколько собрали? Вопрос как бы уже давно обсуждался, сказано, сделано. Вроде как так и должно быть. Интрига – это хорошо, но не всегда. Валерий, ну я могу вам сказать следующее. То, что мы вообще по количеству собранных средств делали рубежи, именно просчитывали, да, на год.
Да, у нас, конечно, есть план, сколько мы должны привлекать за этап, сколько мы должны привлекать инвестиций за месяц. Но, понимаете, невозможно там на 3 года вперед продумать абсолютно каждый месяц, там, как до рубля или до $1 эти деньги будут приходить. Соответственно, более четкий и более правильный подход – это планировать на год. Соответственно, именно поэтому, вероятнее всего, вот на окончание года мы объявим эту цифру, сколько было собрано за последний год. А сколько собрано сейчас, пока не могу сказать. Не знаю, будет ли объявлена сумма на конец этапа. Но, конечно, эта цифра скрываться не будет. Просто, скажем так, думаем, когда правильнее это сделать. Так. Павел, а что мешает не перескакивать через этап, а переходить на следующий этап чаще? Эдуард, ну смотрите, в чем дело. То есть бывает такое, то что да, можно перейти, но есть часть событий, которые запланированы на 8-й этап, есть часть событий, которые запланировали на 7-й этап. Соответственно, получается так, что они не друг за другом идут. Не то, что вы выполнили одну цель и сразу выполнили вторую, поменяв этап, например. Они выполняются примерно в одно время. Потому что не все процессы по времени зависят там только от нас, да, многое зависит, что-то от поставщиков, что-то от других партнеров зависит. И иногда ты закладываешь, например, 2 месяца на решение этой задачи, а она раз решается сразу. Такое тоже случается. Соответственно, поэтому те задачи, что были на 8-м, были решены на 7-м, они были, в принципе, решены практически одновременно. Именно поэтому мы перешагиваем этап, а не меняем этапы чаще. Так. А почему нельзя подарить чаток долей тем, кто уже зарегистрирован, но еще не вложился? Я хочу подарить тем, кто зарегистрировался, но еще не решился на верификацию инвеститору, чтобы ему уведомление пришло. А, Павел, ну, пока что решили именно так. Я не говорю, что это правильно в последней инстанции, и вполне вероятно, что мы будем ее видоизменять. То есть наша задача сейчас ее вернуть в том же виде, в котором она была. Соответственно, после этого мы будем думать над улучшениями, потому что если сейчас сразу все это внедрять начать, это займет продолжительное время на реализацию там изменений. Ну, нам нужно просто быстрее ее эту вернуть эту возможность, потому что она действительно очень и очень полезной оказалась. То есть очень положительные отзывы, все прям очень сильно просят эту ситуацию решить. Так, вот, возобновится ли акция «Подари 100 долей до 25 февраля»? До 25 февраля, да, Андрей, она, конечно, появится. Взаимодействую с компанией, да, то есть он позволяет вам не вести вручную реестр, сколько вы куда платили, не хранить разного рода чеки, не хранить бумагу в виде договора, да, допустим, ну, если, конечно, вам нужно, вы можете это делать. Соответственно, для того, чтобы ваши платежи были автоматизированы, для того, чтобы дивиденды могли через кабинет получать автоматизированно, то есть это ваш инструмент. Соответственно, он создан именно для этого. А как он будет выглядеть на момент создания акционерного общества, до момента выхода на IPO, он будет выглядеть точно так же. Налоги с него платить, скорее всего, нет. Вот вопрос вообще интересный. То есть здесь, смотря какую модель мы выберем. То есть мы можем либо уплачивать налоги за инвесторов, либо инвесторы уплачивают сами. Здесь много нюансов. Вот, соответственно, это еще будет зависеть от того, да, на какую биржу мы будем выходить и так далее. Когда же мы уже будем непосредственно на самом фондовом рынке, на самой бирже, там уже будет совершенно иной функционал, то есть наш личный кабинет в таком же виде не понадобится, потому что на IPO ваши ценные, ну, в процессе IPO на фондовом рынке ваши ценные бумаги, они хранятся на счете брокера. То есть не каждый человек не может продать ценные бумаги на рынке, на финансовом, запрещено законом. Это можно сделать только через брокера. Соответственно, вы видите свои акции там в личном кабинете уже у брокера. Да, есть много крупных брокеров, там Финам, БКС, например, в России. Соответственно, через него вы осуществляете все операции. То есть разобраться с этим несложно. Если кто-то из вас когда-то покупал или продавал акции какого-нибудь Сбербанка, допустим, ну, примерно точно так же это будет выглядеть. Так. Возникает интерес участия в следующих проектах. Павел, вы говорите самостоятельные идеи или только в связке с сегодняшней командой? Сделайте площадку для новых стартапов. Так, не совсем понял, что именно я говорю,
Что вы имеете в виду по поводу... Так. Вы готовите самостоятельно или идеи, или только в связке с сегодняшней командой? Андрей, ну, если брать меня, да, если лично ко мне обращен вопрос, то, конечно, никакие свои идеи или свои проекты я не готовлю. Все мы знаем, что сейчас единственная цель, самая важная, это завершить финансирование проекта двигателя Дуйнова и, соответственно, не просто его профинансировать, да, а именно, скажем так, сделать так, чтобы эта компания встала на ноги. То есть в том числе это и наша задача, потому что популяризация технологии и самой компании, конечно, в том числе лежит на нас, потому что даже сейчас я рассказываю именно о технологии, именно это привлекает будущих заказчиков, не только инвесторов, в общем-то, потому что вся эта работа, конечно, на самую разную аудиторию цепляет в итоге. Что касается следующих проектов, Дмитрий Александрович уже об этом тоже рассказывал. То есть после того, как будет реализовано конструкторское бюро, на том участке, который нам выдали в особой экономической зоне Алабышева, соответственно, там можно будет строить еще и собственное производство. И если инвесторы это поддержат, если инвесторы захотят участвовать и в этом финансировании, мы можем это сделать. Вот. Главное, опять-таки, сейчас именно довести до конца начатое, потому что, конечно, распыляться на несколько каких-либо проектов, ну, это как минимум неправильно. Так, Павел, насчет внутренней биржи, она будет сразу по окончании финансирования, а как же недоплаченные рассрочки? Валерий, вероятнее всего, да, после окончания финансирования по поводу неоплаченных рассрочек. То есть здесь все очень просто. Те, кто платят рассрочки, они заводят деньги в компанию, оплачивают свои инвестиционные пакеты без проблем. Но в этот момент появятся инвесторы, которые захотят проинвестировать в компанию. Ну, то есть вот сейчас у нас очень много инвесторов приходит каждый день. А теперь представьте, и мы сегодня говорим, все, лавочка закрыта, да, больше инвестировать к нам, ну, новых мы не принимаем инвесторов, нам не нужно больше денег. А они говорят, мы хотим проинвестировать, дайте нам такую возможность. С другой стороны стоят люди, которые говорят, я проинвестировал еще год назад, я бы не против, не дожидаясь IPO, продать немножко своих инвестиционных долей тем людям, которые готовы их купить сейчас. Именно эти люди и будут сходиться на бирже. То есть те, кто платят рассрочку, они платят рассрочку, они здесь стоят особняком. Вот, естественно, если ты платишь рассрочку, то ты там, ну, свои текущие доли продать не можешь. То есть сначала нужно закрыть весь пакет. Те, кто уже полностью оплатили свои инвестиционные пакеты, без проблем могут их перепродать новым инвесторам, если захотят. Опять-таки, я не думаю, что таких будет много, потому что, ну, конечно, потенциал компании гораздо выше, нежели просто выскочить из нее еще до того, как она начала зарабатывать деньги. Ну, наверное, это... Ну как, смотря у кого какие цели. Да, если цель спекулятивная, сорвать денег побольше и уйти, может быть, это и подойдет. Вот. Но я думаю, что многие просто продадут часть, например, чтобы отбить собственные вложения, там, а часть инвестиционных долей, например, оставят. Это тоже хорошая стратегия. Так. В Госдуме на 2019 год рассмотрение законопроекта о краудфандинге. Планируется ли соответствовать российскому законодательству внесение стула групп в реестр Центробанка? Наличие установок капитала не менее 5 миллионов рублей. Андрей, вот смотрите. По поводу краудфандинга, краудинвестинга и его регуляции в России. Конечно, если у нас будет законодательство, позволяющее комфортно работать, и мы по нему будем работать. Почему нет, да? Соответственно, вопрос в другом. Я уже неоднократно на разных вебинарах, вот кто помнит, можете прямо сейчас поставить плюс, рассказывал вам о том, с какого года эти законопроекты вносятся в Государственную Думу. Я минимум начал за этим активно следить с 2015 года. Я помню, в 2015 году, когда мы только стартовали делать платформу CIMEX, я прям читал, по-моему, написано было июль 2015 года будет рассмотрен законопроект о краудинвестинге. Мы все радовались, потому что мы думали, ну вот сейчас как раз мы стартуем эту платформу, сейчас выйдет законодательство, и мы будем по нему работать. Уже 2019 год, никакого законодательства нет. Поэтому то, что вы говорите, что она будет рассмотрена, это только законопроект, понимаете? Сколько он там еще будет раз редактироваться, неясно. Поэтому конкретный, четкий комментарий можно будет дать только после того, как это станет законом, когда мы все его прочтем и точно уже будем знать конкретно, да, что нам делать, в каких рамках нам работать. Вот Александр пишет, что 2014. Ну, вот, понимаете, очень, уже очень долгое время они
как бы в нашем государстве этот вопрос решают. Но пока не решают, весь другой мир уже этот вопрос решил. Ну, именно поэтому, да, к вопросу постоянному о том, почему мы зарегистрированы не в России, ну, точнее, только одна из наших компаний, да, которая занимается именно финансированием, именно по этой причине. Потому что хочется законодательство соблюдать. В России это невозможно, потому что законодательства нет. Приходится действовать по рамкам международного законодательства, которое в России также действует. Паша, а есть решение, сколько всего будет выпущено долей? Пока ответ тот же, пока количество долей общее неизвестно. Так. Так. Павел, какая организационно-правовая форма выбрана для Совулмаш на этапе вхождения в резидента особой экономической площадки Алабыша, ООО или ОАО? Разница колоссальная для инвесторов, вы понимаете? Константин, разницы совершенно нет никакой. И, ну, я сейчас не буду говорить, почему, да, у нас именно ООО, а не ОАО, потому что, ну, столько раз уже на этот вопрос отвечал и я, и Дмитрий Александрович Дуйнов. А, к вопросу о том, что входит ООО, ну, так изначально и говорилось. А, я помню, что на прошлом, по-моему, вебинаре кто-то спросил, а ничего, ну, что будет, да, когда ООО будет организовано в ОАО? Да ничего не будет, потому что это законом не запрещено. Поэтому и Алабышева здесь... Точно же такие палки там в колеса вставлять не будет. Поэтому для нас это абсолютно то же самое, именно то, что и декларировал с самого начала. Так, Павел, сколько мест осталось в клубе 100? Последний раз, когда смотрел, было 16 мест. Кто планирует попасть в клуб 100, помните, что я, ну, я полностью уверен, что до конца седьмого этапа клуб 100 будет полностью заполнен. Так что, друзья, рекомендую вам поторопиться, если вы планируете туда попасть. Скажите, есть ли инвесторы, которые вложили 50 и 100 тысяч долларов? Василий, да, есть. И не один. И с этим инвестором мы плотно общаемся. И я думаю, что они смотрят сейчас наш вебинар. Потому что, ну, я точно знаю вот инвесторов наших крупных, которые ни одного вебинара вообще не пропускают, с которыми периодически в офисе встречаемся. Поэтому да, инвесторы такие, конечно, есть. А, Павел, у инвесторов доля и количество акций компании Solar Group будет или Совелмаш? Количество долей будет равны количеству акций. Чем обосновано, что одна акция будет равна 1 доллар, как в таблице? Александр, первое, да, акции будут компании Совелмаш. А, второе, да, одна доля будет равна одной акции. Третье, на основе чего 1 доллар? Ну, вы должны здесь понимать, это никакая не гарантия, это так называемая декомпозиция, которая складывается из стоимости компании, которая в свою очередь складывается из прибыли, которую она будет зарабатывать, складывается из цены на материальные и нематериальные активы. Соответственно, здесь мы можем понимать, примерно предполагать, какая будет цена за одну акцию. Опять-таки, говорить, что это будет так, было бы неправильно, ну, потому что никто не может видеть будущее. Но предполагать, да, и быть, скажем так, быть уверенными в том, что если мы будем делать все правильно, мы к этой цене придем, это можно. Соответственно, если будет все по плану, то мы эту цену получим. К вопросу о том, а может ли быть меньше, конечно, может. Да, но при этом, даже если там будет полдоллара, это все равно очень неплохая прибыль для инвестора. Опять-таки, тем более никто не заставляет вас продавать сразу. Можно подождать 5 лет и опять-таки эту цену получить. Но зато может быть и дороже. Поэтому здесь, знаете... Так... Много вопросов к Дмитрию Александровичу. Так. Павел, подскажите, а в чем фишка смены этапа финансирования через 5 месяцев на 2 этапа вперед или 2 раза через 2,5 месяца, как это было ранее? По-моему, в первом случае несколько сот миллионов долей будет разно необоснованно. Вадим, я уже по поводу смены этапа говорил. То есть, когда выполняются цели, мы переходим. Мы, конечно, предполагаем, когда это должно быть по времени, но не все зависит только от времени. Понимаете? И нельзя некоторые задачи сделать быстрее. Не всегда получается поторопить партнеров, заказчиков, еще что-то. Ну, соответственно, иногда бывает так, что то, что ты планировал сделать быстро, ты делаешь, у тебя получается сделать медленно, то, что ты планировал сделать медленно, ты делаешь быстро. Получается, что все задачи мы в один этап и выполняем, поэтому перескакиваем. Вы должны понимать, что план реализации проекта, да, и по которому мы идем, это не какой-то точная догма, да, прям как-то сказали, так и будет. Это некий вектор, по которому мы движемся.
И, естественно, тяжело спрогнозировать там в мае 2017 года, условно говоря, да, то, что, значит, в декабре какого-нибудь 2019 года ты там купишь какой-то станок. Ты можешь это запланировать там на полтора года вперед, но то, что это может плюс-минус двинуться на месяц хотя бы, это уже однозначно. Поэтому ничего удивительного здесь не вижу. Так. Павел, очень-очень, насколько, говори конкретнее. Владимир, честно сказать, я уже просто не помню, что имеется в виду, уже на много вопросов ответил. Уточните. Вопрос, можно ли сделать так, чтобы деньги автоматически в указанную дату перечислялись на счет в личном кабинете для инвестирования? Вопрос хороший, не знаю, надо запишу сейчас себе автосписание, да, с карты. Ну, вообще, автосписание, конечно, такая вещь сомнительная на самом деле, потому что, ну, понятно, когда ты сам захотел и проинвестировал, да, там, раз в месяц как-то, а тут, когда у тебя автоматически списывают, может, ты не хотел в этом месяце оплатить рассрочку, но не было у тебя возможности, а у тебя взялись на сильные деньги и списались. Ну, другими словами, раз если подключили этот функционал, да, тогда уж, ну, узнаю обязательно. Так. Добрый вечер. Уже прошло половина срока проекта. Почему не прошло половины этапов? С марта по плану должен быть уже 11, а не 9. Антон, я уже на это тоже много раз отвечал. У нас этапы не идут равномерно по 2 месяца. У нас какой-то этап может быть 3 месяца, другой этап может быть 1 месяц, да? Какой-то этап 2,5 месяца, понимаете? Главное только то, что за 3 года мы закончим 20 этапов, понимаете? Поэтому какие этапы мы перескакиваем? Вот сейчас мы 2 раза последний перескакивали через один этап. Мы в следующий раз перескочим, может быть, через 2 этапа и полностью сравняемся даже по вашему графику. А потом мы перескочим еще через 2 этапа, потому что проект будет быстро реализовываться. И, соответственно, мы уже будем опережать даже тот график, про который вы говорите. Поэтому, еще раз, невозможно там идти день-день, но и смысла такого нет. Важно только то, что 20 этапов распределены на 3 года. Так. Павел, сколько будет стоить доля на внутренней бирже? Петр, вопрос очень хороший, и вы должны помнить, что на бирже цену всегда определяет спрос и предложение. Поэтому предположить цену сейчас, ну, я не возьмусь, но это невозможно. По какой цене будут продавать и по какой цене будут покупать? Вот по такая цена и будет. Как на любом рынке, да? Почему там какие-нибудь помидоры стоят именно там по 50 рублей, допустим, да, килограмм? Ну, потому что их постолько покупают. Значит, поставишь по 100 рублей, перестанут покупать. Поставишь по 30 рублей, у тебя сметут все за один час. Поэтому ты ставишь 50 рублей, и как бы вот спрос-предложение равняется. Примерно здесь и так. Планируются ли живые встречи, мероприятия, вебинары только для участников клуба 100 и 1000? Андрей, да, планируется. Пока не буду мы этом говорить, но вот недавно совершенно это обсуждали. На каком этапе исчезнет рассрочка в 30 месяцев? Андрей, скорее всего, на следующем этапе, но не на этом. Так. Как только закончите финансирование проекта «Совалмаш», будете учреждать сбор денег на производство? Так, может, в этом случае ICO провести или схему сбора другую попробуете? Может, попробуете через площадку собрать? Валерий, ну, об этом говорить немножко преждевременно. Да, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Вот однозначно, еще раз, да, у нас самая важная цель – довести этот проект до конца, и мы его доведем до конца. Но, понимаете, в чем дело? То есть, вот у нас в команде и, в принципе, с инвесторами, с партнерами я общаюсь, уже нет вообще сомневающихся, да, что проект в любом случае будет зафинансирован. Он в любом случае получит необходимое количество средств, которые нужны для реализации. Вот, но при этом, знаете, сейчас расслабиться и сказать, ну, все же и так хорошо, зачем работать, чем напрягаться, давайте другие проекты посмотрим, может быть, еще что-то, там, бизнес какой-то начнем. Так не делается. Главное, здесь в таких этапах главное не расслабиться. Потому что, знаете, когда тоже в спорте одна команда выходит против другой, и одна другую недооценивает, думает, ну, они какие-то новички. Ну, и они проигрывают, потому что недооценили. Поэтому никогда нельзя изначально, да, вот так расслабляться, когда уверен, что у тебя все хорошо. Павел, как вы видите окончание первичного процесса инвестирования? Что должно возникнуть в результате? Сборочный цех, завод, конструкторское бюро?
Дмитрий, уточните, что значит именно первичный процесс инвестирования. Да, потому что если вы имеете в виду финансирование нашего проекта, то, естественно, конечная цель – это построенное конструкторское бюро, наполненное всем необходимым современным оборудованием. То есть однозначно. По какому вопросу мне могут звонить? Петр, не совсем понял ваш вопрос. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду. Павел, основная разница ОАО и ООО. Кстати, ОАО уже нет, есть АО просто. Участники акционерного общества могут свободно продать свои ценные бумаги третьим лицам либо другим акционерам по своему усмотрению. Учредителям ООО нужно сначала предложить выкупить долю компаньонам, а при отсутствии согласия третьим. Третьим компаньоны могут быть разные. Константин, еще раз. Именно поэтому у нас нет никаких акций. Мы не можем продавать акции. Понимаете, когда мы войдем в Алабышево, мы еще не соберем все необходимые инвестиции. Соответственно, мы так и продолжим привлекать инвестиции, реализуя инвестиционные доли. Понимаете? Когда уже весь проект будет финансирован, только тогда вот наша ООО перейдет в ОАО. Понимаете? И люди уже станут акционерами. То есть это ключевая разница. Вот, поэтому продавать до того времени все равно не подразумевает проект продажи своих долей до момента, когда у нас будет организовано акционерное общество. Понимаете? Да, там будут инвестиционные доли, которые будут обращаться на внутренние биржи. Это можно будет сделать. Но если вы говорите именно про акции, да, тогда ну, все как я сказал. Павел, скажите, как планируется выплачивать дивиденды? Раз в год можно ли хотя бы примерно соотношение прибыли к числу акций? То есть, когда примерно в год можно ожидать прибыли? Смотрите, сколько прибыли, да, ну, уже говорилось о том, что одна разработка электродвигателя стоит 50 миллионов долларов, соответственно, таких разработок подобных, да, такого объема конструкторское бюро может выполнять несколько в год, там, 2-3 разработки в год. Вот, соответственно, если мы говорим про, когда эти дивиденды будут платиться, то есть 50% распределенной на дивиденды прибыли идет инвесторам, да, что важно, и, соответственно, раз в год, да, дивиденды будут выплачиваться. Можно, конечно, и раньше, но чаще, но смысла этого большого не имеет, это очень большая бумажная работа, лишняя, ну и так, как по практике, многие компании именно так и делают. Так. Павел, есть места в клубе 1000? Нет, в клубе 1000 мест уже нет. Как будет рассылаться приглашение на февральское мероприятие? Борис, будет приглашение рассылаться на e-mail. Но если вы регистрацию прошли, вам обязательно сделают звонок и уточнят, будете ли вы присутствовать на мероприятии. Но если вы регистрацию прошли, то уже в порядке, все, уже точно места для вас есть. Так, я говорю про графиков на официальном сайте. Пока не было ни одного этапа, короче, 3 месяцев. А 7-й этап вообще продлился 5 месяцев. Почему? Растягивают самые дорогие этапы для проекта. Антон, они растягиваются именно по той причине, что задачи, которые выполнялись, делались именно в этот срок. Вот так интересно, вы знаете, это как селективное мышление избирательное. Вы обращаете внимание на то, что этап шел там столько-то месяцев, но не обращайте, что мы уже 2 этапа перешагнули. Ну, понимаете? Так что как-то однобоко смотрите, вот к чему. Павел, плюшки для статусников будут в будущем пересматриваться в сторону увеличения? Почему я не смогу продать статус? Вам же без разницы, а кому-то нужнее. Валерий, честно вам скажу, изначально мы об этом не думали, но если будет на это большой спрос передачи статуса, может быть, мы это и организуем. Ничего смертельного в этом нет, вопрос, насколько идеологически это правильно. Когда вы планируете открыть внутреннюю биржу? Внутренняя биржа будет реализована после завершения финансирования проекта. В последнее время поступают звонки от Solar Group. Почему? Петр, у нас есть колл-центр, он извещает инвесторов, наших партнеров о различных, различную информацию дает. Он может звонить, например, уведомлять о том, что у вас просрочен платеж по рассрочке, может уведомлять о последних новостях, ну, в общем-то, выполняет свою функцию. Но как бы не думаю, что они чем-то вам неприятным звонили, поэтому просто написали, почему поступают звонки, как будто вам что-то не понравилось вам, не понравилось. Но если не понравилось, как вам позвонили, вы сообщите, тоже всегда нужно знать качество, с которыми, как колл-центр работает. Так, а можно ли пригласить друга на мероприятие, а самому не ездить?
Пожалуйста, мероприятие, вход бесплатный. Абсолютно все те, кто хотят прийти на это мероприятие, вы можете это сделать, друзья, поэтому ждем абсолютно всех. Хотите, приезжайте сами, хотите, приезжайте с друзьями, хотите, рекомендуйте друзьям приехать. Это уже не суть важно. Друзья, я передаю слово Дмитрию Александровичу Дуйнову. Продолжайте писать свои вопросы для Дмитрия Александровича. Те, кто нас смотрит на YouTube или в социальных сетях, еще раз напоминаю, поставьте лайк, нажмите кнопочку репоста. Помните, что нам действительно очень важна ваша активность. Ну и вам тоже, ведь вы... Добрый день, уважаемые коллеги. Камеру немножко поднастрою. Вот, вроде все нормально. Мы снова с вами обсуждаем проект, новости, что происходит. Вначале хотелось бы отметить вот что. Значит, сейчас будет новая волна троллинга, очень активно готовится. Вот и не только тролли, но готовится целая атака на проект. Есть люди, которые занимаются этими делами. Не просто тролли, но и те, которые пытаются на этом заработать. Одни пытаются пропиарить таким образом свои ресурсы интернет, привлечь людей к себе. Ну, это обычная практика. Поэтому эти события в ближайшее время будут происходить. Кому интересно, понаблюдайте за этим делом. Вот. Ну, а есть просто тролли обыкновенные, которые в силу целого ряда обстоятельств не могут нормально относиться, и не просто относиться, но просто выворачивает от того, что что-то происходит положительное в России на постсоветском пространстве. Это вот настолько люди, ориентированные на определенное мировоззрение, что все положительное, что может быть, это нехорошо. Не хочется им отвечать звонкой монеты, хотя, поверьте, это сделать несложно, очень несложно, но просто это не нужно. Но понаблюдать за их действиями можно, и нужно, и даже интересно. И вот что примечательно, что чем больше продвигается проект, чем больше результатов появляется, тем более грязные посты становятся в комментариях со стороны подобных персонажей. Их просто тошнит. Их вот просто выворачивает. Ну, это даже приятно. Потому что... Ну, если вот, ну, каждый знает, что живешь, делаешь, что-то ездишь на работу, с работы. Бывают люди, которые незаметны. И мы их замечаем только тогда, когда их не становится, когда они уходят от нас. И тогда оказывается, что этот человек был очень значим в процессе, в работе. Он не мешал, а наоборот делал так, что дело двигалось как бы незаметно. Он просто на своем месте был, этот человек. И замечаю, что этого человека не хватает, тогда, когда его нет. Точно так же есть события, которые создают предпосылки к лучшему, к улучшению жизни. И вообще какие-то события объединяющие, либо которые становятся знаковыми.
И вот, когда такие события происходят, многих, скажем, недружелюбно настроенных людей так корежит, что вот их просто выворачивают. Ну, как говорят, у соседа корова, да, там загнулась, мелочно приятно. Вот. Они действуют по такому принципу. Вот когда один из роликов показывали, там про Маска, а потом немножко про проект рассказали, вот там было за сутки более 200 тысяч просмотров. Но комментарии там были какие уникальные, просто уникальные. Просто любо-дорого было почитать. Поэтому, я думаю, сейчас будут эти ребята еще более активны. Ну, да бог с ними. Значит, что за эту неделю у нас происходило такого, что выходит наружу, да, в качестве каких-то итогов, то это, наверное, уже многие видели, смотрели, это работы по углошлифовальной машине. Некоторую информацию мы дали в виде видеоматериалов, пока технические характеристики не публикуем полные, почему? Потому что надо длительное испытание, это очень большой объем испытания. Но некоторые предварительные результаты дали в виде видеоматериала. Сегодня еще ребята сняли видеоматериалы уже в сравнении со стандартной углошлифовальной машиной, когда вот режут одной машинкой и второй, нашей и стандартной. Ну и, соответственно, мнение людей сторонних, которые не являются участниками проекта, никак с нами не аффилированы, их мнение, это вот чисто, скажем так, субъективная оценка, ну, оценка специалистов, которые работают с подобным инструментом, как они, вот, не на уровне технических параметров, а вот как рабочий интерес в качестве инструмента. Работали бы они с ним, не работали, и как вот выбрали, какой бы. При всем том, что, допустим, масса практически одинаковая там, и так далее. И такая оценка будет происходить и на рынке, когда будут потребители приобретать. Потому что все вот вращающие моменты, не то на метры, там, стабильность оборотов и так далее, для них эта информация опосредована. Для них важно, за сколько время будет выполнен рез, насколько комфортно работать, децибелы, которые по ушам давят, как держит удары, воду, влагу, пыль, насколько не боится жестких условий и так далее. Вот, в принципе, это. А дальше будет уже, после длительных испытаний, будут уже технические характеристики. Это первое. Второе, значит, сейчас завершены испытания предварительные уже целого ряда двигателей 318 габарита, колобка, ну, собственно говоря, мотор колес для велосипеда, скажем так. Вот, и что интересно из этих испытаний можно отметить. Самое интересное то и важное, что все изготовленные мотор колеса показали высокую стабильность результатов и высокую повторяемость результатов. Нет такого разброса, что вот от и до, да. Параметры стабильные. Это говорит о том, что даже с учетом технологических погрешностей, сама электромагнитная часть спроектирована добротно. Это тоже очень приятно. Вот то, что у нас за неделю прошедшую произошло. Вроде бы мало, но на самом деле объем работы очень-очень-очень большой.
Еще я отмечал, что мы занимаемся сейчас завершающими этапами по подготовке к аттестации лаборатории, внутренней аттестации. Вот эта работа кропотливая, очень объемная, очень педантичная. Также сделаны последние изменения в актуализацию проекта в Алабушево, заявочная документация. Вот. Ну, больше вроде бы каких-то замечаний, дополнений пока нет. Поэтому все последние изменения в законодательстве, в налоговом законодательстве учтены. Сметы все пересчитаны, финансовые планы пересчитаны, графики и прочие пересчеты сделаны. Как говорится, бухгалтерии дебет с кредитом сошелся. Вот. Ну, то тоже приятно, все эти документы сшиты, прошиты, проштампованы, пронумерованы и так далее. И переданы. Эта работа тоже была завершена. Также завершены работы по подготовке целого ряда публикаций. В достаточно серьезных изданиях. Мы эту работу не останавливали, не останавливаем. Ну и кто писал, все же писали в школе сочинения, да, на вольные темы и на темы, заданные учителем. Ну, можно представить, что как эти сочинения пишутся, да, и, соответственно, как пишутся статьи, в которых излагаются материалы технического характера. Вот тут Николай Ромашенко пишет сразу в чате, вопрос попался. К вам вопросов пока нет, пока нет. Разработка очень интересная, и желающих поучаствовать много, но у ваших компаньонов не получается конкретики. Я лично сомневаюсь и переживаю за свои деньги при такой организации. Ну, сомневайтесь, переживайте, выведите деньги и спите спокойно. Вот мы сейчас с вами, допустим, беседуем. Я с этой стороны экрана, вы с той стороны экрана. Обмениваемся мнениями, я даю информацию. Вот что достигнуто, что сделано. И эта информация, она достаточно конкретная. И вот для того, чтобы я дал конкретную информацию, работают все члены команды. Вся команда работает. Каждый выполняет определенные действия. И за каждым результатом, который я называю, стоит колоссальный труд. Вот сейчас, несколько вебинаров назад, я говорил, что сейчас мы завершаем работы над техническими условиями двигателей асинхронных с короткозамкнутым ротором общепромышленного назначения. Что за этим кроется? За этой короткой фразой кроется результат многолетней работы. Многолетней. И практики создания подобных технических условий в современной России нет. Она была в Советском Союзе. Базисы, базовые технические условия разрабатывали целые институты. А это делает небольшой коллектив. И вот скажите мне, как относиться к людям, которые делают небольшой коллектив, такую работу? Можно им доверять или не доверять? Вы идете, послушали вебинар, вы пошли спать, развлекаться, еще что-то делать. А люди приходят и продолжают работать. И каждый ни свет ни заря вскакивает и бежит на работу, потому что там надо доделать, надо сделать и так далее, потому что от него ждут результат, и он знает это, понимает. А вы этим людям не доверяете.
Почему? Если вы знаете, как эту работу сделать лучше, поделитесь своими знаниями. Вы же деньги свои вложили. Вы ими рискуете. Значит, скажите, что вот вы вот это делаете неправильно. Надо делать не вот так, а вот так. Естественно, мы прислушаемся. Вот Грачев Дмитрий спрашивает. И все-таки, какова цель команды? Должен выглядеть результат. Это продукт, как бы в чем прибыльность компании. Дмитрий Грачев, извините, но я бы вам посоветовал сходить на вебинар, который будет во вторник. Каждый вторник Павел проводит. И там рассказываются цели и задачи. Но я для вас лично повторю. Говорил это сотни раз. Мы создаем инжиниринговую компанию. В советское время это называлось более правильно, это проектно-конструкторское технологическое бюро, продуктом по которому будут разработки двигателей общего и специального назначения, проекты спроектированных двигателей, энергоэффективные, с применением совмещенных обмоток, которые являются интеллектуальной собственностью нашего проекта. В общих словах. И прибыль будет достигаться за счет реализации этих разработок. Ну а также и производства готового продукта. Это говорено, это говорилось многократно. Первое. Второе. Как вы думаете, вот есть московское правительство, есть департаменты всевозможные, и финансовой безопасности, и научные департаменты, и департамент экономики, развития, так далее. Их очень много. И вот когда разрабатывается проект и подается для вхождения в особую экономическую зону, этот проект рассматривается всеми специалистами. И каждый специалист задает свои вопросы и оценивает реальность реализации данного проекта. Это профессионалы, которые управляют очень большим хозяйством, таким хозяйством, как город Москва. Город живет, работает, развивается. Департаменты справляются. И вот эти люди дали положительную оценку. А потом вы говорите, а вот мне что-то вот сомнительно, что эти люди, которые вот работают в проекте, что-то там соображают, они что-то там не догоняют. Хочется задать вопрос. Да? Сами понимаете, какой. И вот когда вы говорите о том, что в нашей стране практика обычно другая, так я вам могу сказать, что вот если вы работаете в бюро ритуальных услуг или патологоанатомом, да, у вас оттуда видна практика очень хорошая. Да, исходя из практики сотрудников этих учреждений, смотреть, жить не хочется. А если работать и смотреть с точки зрения сотрудников дорожно-постовой службы патруля, да, или дежурных по городделам, там тоже, ой-ой-ой, бытовуха заедает. Драки, поножовщины и так далее, и так далее. Кажется, что весь мир сволочи. И если исходить из этого, то лучше не жить. Сразу пойти удавиться. И ответьте мне на один вопрос, уважаемые оппоненты. Что, ничего не делать? Надо ждать, когда жизнь сама улучшится. Мне может, если возле подъезда срач или возле двери, надо засучить рукава, убрать мусор, помыть полы, отгрести снег. Вы знаете, вот я уже рассказывал про это, как
австралийцев и немцев отучили от свинства. Вот они сейчас гордятся своей педантичностью, аккуратностью. Свиньями были, они в говне, извините меня, жили. Пока уже в конце концов не издали указ, что тот, кто не работает, вот если кто-то возьмет, настучит на то, что сосед что-то выбросил на улице, либо там в один день не выходит убирать вместе со всеми, на него, кто настучал, тот получает часть его имущества или часть его земли. Сразу прекратили, сразу засучили рукава, начали драить все, и по сей день драят. Воспитали. И вот на сегодняшний день мы жалуемся, да, вот вокруг вот. А что сделано для того, чтобы было что-то по-другому? Что, само собой произойдет? Или за границей нам поможет, да? Придут вот там с другого государства и что-то сделают. Да, многие стремятся на Запад. Хорошо. Но если туда, на Запад, выехать с таким представлением о жизни и думать, что вокруг тебя там другие будут создавать благо, там быстро все превратится в свинарник. Вы же видите, к чему приводят сейчас. Выезжают с Ближнего Востока люди в Европу, беженцы. Во что там превращается все это дело? Они приехали, беженцы, мигранты, что они адаптировались к этому порядку? Нет, они свой порядок там наводят. Тот, который им привычен, и они его там наведут, поверьте. Не ассимилируются, а наведут. Почему? Потому что они более плодовитые, они более жизнеспособные. И Европу завернут так, что мало не покажется. Поэтому, чтобы такое не происходило здесь, надо засучивать рукава и делать. Если мы ничего не будем делать здесь, то ничего не произойдет. Но так как для того, чтобы что-то делать, нужно готовить специалистов, потому что если, ну, не научили, да, надо учить, надо этим заниматься. Вот и все. Вот и все, все. Все банально, все очень просто. И если вы боитесь этим заниматься, ждите, к вам придут. Ведут закон, свинство убираем, свиней будем лечить. Да? И сдадут и все. Кто настучал на свинью, тот получил часть его имущества. Тогда так, таким образом. И в конце концов, поверьте, такое может произойти. Павел Орлов думал, по двигателям попал, а тут политика на наращивание. Смешно это все. Лучше бы привлекали не таким способом, а демонстрация проекта. Рассказывали о преимуществах перед конкурентами. Павел, все это рассказано, показано. А здесь я отвечаю на вопросы, которые мне задают. Я только что рассказывал про углошлифовальную машину и про то, какой видеоматериал отснят, что он будет скоро опубликован, и вы с ним ознакомитесь. Это лучше слово. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Точно так же я назвал параметры, которые были проверены по мотор-колесу. Вы это слышали? Раз. Второе. Я отвечаю на те вопросы, которые мне заданы. Не задавайте подобных вопросов, я не буду давать подобный ответ. Это два. Надеюсь, за семью я дал исчерпывающий ответ на ваш пост. И не обижайтесь. Задавайте конкретный вопрос, я дам конкретный ответ. Цифры в студию. Леша, сынок, какие цифры? Назовите, я дам цифру вам. Эдуард Тюрис, сколько нужно для проекта? Да нет, ребят, дело в том, что вот то, что касается стоимости акций, количества акций, это надо будет принимать решение потом. Поймите правильно. Значит, номинальная стоимость акций должна быть такова, чтобы ею было удобно торговать. И вот, если у вас одна акция будет стоить 0,01 копейку, неудобно. Но если она будет стоить $1000, тоже неудобно. И вот с учетом
того, как будет оцениваться в стоимостном эквиваленте проект на момент его выхода на рынке, на бирже, вот на этот момент надо определять количество акций, по сути дела. Потому что если неправильно определить номинал акции с учетом перспективы там, увеличения стоимости их, либо падения, торговать ими будет крайне неудобно. Вот и все. А вот простой механический пересчет, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Вот смотрите, даже биткоины, когда взлетели там, они стали, номинал их очень высоким, да? Стало неудобно с ними обращаться. Поэтому вот есть финансовая возможность участвовать в следующих проектах. Планируйте привлекать народные средства в будущем, чтобы спланировать семейный бюджет. Андрей Магадиев спрашивает. Андрей, но лично я планирую работать в этом проекте, вывести его на запланированные результаты, показатели, а потом будет видно. Но я так думаю, что команда, которая работает с привлечением финансов, те люди, которые прошли такую серьезную школу, отбор, отсев, еще будет много там процессов, связанных с отбором, отсевом, это естественный процесс, не так просто коллективы формируются. Я думаю, что к тому моменту эта команда будет в состоянии способна вести и другие проекты. Но до этого, я думаю, доберемся. Путь еще большой предстоит, потому что полтора года это срок, с одной стороны, не маленький, но с другой стороны, это очень большой. Потому что быстро растут только чужие дети. А своих пока вырастешь, не только волосы, но и зубы потеряешь. И нервы, все нервы измотаешь. Павел Орлов, вот хороший пост. Если бы не изучал ваш проект и не попал бы к вам на вебинар, неплохо было бы определить администратора, который фильтровал бы вопросы, не касающиеся темы вебинара, политики и так далее. Не хватает на один канал. Павел, я категорически против фильтрации вопросов по 100, даже если там есть тролли. По одной простой причине. Как только начнется фильтрация, так сразу же возникнут пограничные условия, и тогда невозможно будет достучаться. Потому что решать будет другой человек, буду не я решать, отвечать на вопрос или не отвечать, да? А сторонний человек. И насколько он правильно поймет вопрос. И тут будет получаться, как у президента, у начальников, да? Через секретаря не пройдешь. Это вот есть такая поговорка, как называется, кабинет начальника по-японски, да? Хатахама. А как называется плохая секретарша? Сучка хама, да? Лучше такого не делать. Честно. Потому что, ну, даже когда встречи идут президентов, там, руководителей, даже уровня префектуры, там начинают фильтровать вопросы. Этого допустить, этого не допустить, эти вопросы можно задавать, эти задавать нельзя. И тогда у лица ответственного складывается неправильное впечатление о ситуации. Потому что этот человек не может ходить там и смотреть. Леша, сынок, пишет, извините, но много лирики. Леша, сынок, еще раз повторю, не задавайте таких вопросов, не будет лирики. На 16 число февраля месяц будет проходить в Сочи
инвестиционный форум. Вот, мы хотели аккредитовать туда наших сотрудников, оператора и Александра Сударева, Евгения. Но, к сожалению, они не аккредитованы как СМИ, поэтому не допустили. Поэтому там будут наши представители. Но, к сожалению, видеосъемок мы сами вести не будем. Но, тем не менее, нам обещали дать видеоматериалы. Вот. Но наш представитель на этом мероприятии будет. Почему у вас в кабинете движок, как в МММ-2012? Денис Лейдер, ТВ. Денис, ну вы знаете, у меня есть на работе ланцеты и скальпели, такие же, которые были у доктора Менгеля. Вы знаете, кто это такой, да? Доктор смерти. Поэтому, как на этот вопрос ответить? Ну, есть программные продукты, которые были приспособлены, разработаны для определенных действий. Но если они достаточно удачны, но это не значит, что ими можно пренебречь. Если они хорошие, почему бы им не воспользоваться? Да, если там кто-то использовал для других целей, но это его проблема. Потому что с помощью кавдовских программ можно разрабатывать как документацию для оборудования, которое служит на благо человека, так и на то, чтобы изготовить средства, позволяющие лишить жизни многих людей. Так что тут все очень просто. Так, уважаемые коллеги, я перехожу к вкладке «Вопросы». Лирика закончилась, пойдем конкретно по вопросам. Вы будете дорабатывать уже... По оборотам она бесчастотника, по поводу характеристик. Привода будут опубликованы, как было, как стало. Ну, смотрите, Валерий, сейчас уши работают на 200 Гц на частотника. Должна будет работать до 500 Гц. Это не доработка, это просто сейчас проверяются технические решения. У нас есть видение, каким должен быть этот продукт, привод, который мы будем предлагать рынку. Поэтому вот идет развитие. Значит, работать он будет, двигатель, под управлением частотника. Это будет законченный привод, который может быть интегрирован в стандартно серийно производимые углошлифовальные машинки, перфораторы, дрели, шуруповерты, отбойные молотки. Это потому что вот если мы смотрим все эти электрифицированные инструменты, у них есть несколько типоразмеров двигателей, на базе которых они создаются. Поэтому мы планируем, что эти приводы будут интегрироваться в серийный стандартный электроинструмент. Значит, насчет характеристик они будут опубликованы, но я еще раз обращаю ваше внимание. На видеоролик вы посмотрите. Надеюсь, и сразу обращаю внимание, что даже при меньших оборотах углошлифовальная машинка с нашим приводом режет быстрее, она более производительна. Поэтому тут синергетический эффект идет, потому что вот характеристики мы взяли, допустим, померили вращающий момент на валу стандартного привода, серийного и нашего. Ну, вращающие моменты могут быть и одинаковые, но качество реза и скорость реза могут резко отличаться. Это обусловлено целым рядом свойств привода, которые не описаны в стандартных технических характеристиках. Ну, например, смотрите, у нас когда коллектор, ротор вращается, якорь двигателя коллектора вращается, там щеточки переходят с ламельки на ламельку.
И в этот момент идет пульсация, вращающий момент. Она вроде бы незаметна при достаточной массе, это хоть как-то нивелируется, но, тем не менее, она хорошо, вот эта пульсация отражается на режущей кромке. Это приводит к изменению параметров реза. Есть много таких вот нюансов, которые в технических характеристиках не покажешь. Следующий момент. Все, допустим, электроинструменты современные, оснащенные коллекторными двигателями, в их характеристике указывается мощность, потребляемая от сети. Но так как у коллекторного двигателя низкий КПД, если мы будем указывать ту же самую мощность, которую потребляет асинхронный привод, то получится так, что мы берем углошлифовальную машину с коллектором двигателя мощностью 2,1 кВт, а свой привод показываем, что он 1,2 кВт. Ну, покупатель скажет, 1,2, тут 2,1, а тут 1,2. Да? Ему невдомек, что это 1,2 режет быстрее и качественнее, чем те 2,1 кВт. И тут возникает целый ряд вопросов. Какие характеристики, какие параметры приводить в сравнение? Потому что покупатель будет приходить и смотреть то, что написано на шинке в паспорте. И вы же не будете ему указывать, что вот это вот хуже, а это лучше. Нет. И тут вот вопрос о подаче информации, технических характеристик, правильности подачи информации. Это очень остро. Вопрос по углошлифовальной машине. Лезет ли частотник или устройство, управляющее воротами, в корпус машины? Возможно ли использовать вашу технологию шуруповерты, которая питается от аккумулятора? Олег, да, естественно, войдет, потому что вот в этой машинке, которую вы видите на видео, двигатель сейчас занимает 1/3 объема всего лишь, сам двигатель, вместе с вентилятором. Остальное место свободно. Да и вентилятор там такой не нужен. Просто оставили для того, чтобы испытания были в равных условиях, потому что вентилятор, он тоже отбирает энергию. Поэтому место есть, да, там можно разместить, все нормально. Значит, то, что касается использования шуруповертов и электроинструментов, питаемых от аккумуляторов, да, будем заниматься и разработкой такого контроллера. Пока мы демонстрируем возможности привода, вот, значит, по частотнику мы сейчас заканчиваем, в первую очередь, частотник для двухколесных малых транспортных средств, а потом доведем до ума и для электроинструмента. Хотя, вот, честно говоря, мы занимались компанией Intercom в свое время, и тогда мы там сделали опытный образец частотника на базе рассыпных деталей. Вот его несложно, даже в том виде, в котором он был сделан, разместить в этом корпусе. Но мы не считаем это целесообразным, потому что мы уже ушли намного дальше. Мы тогда делали пилу торцовочную, мы ушли намного дальше. И есть перспектива создания более современных устройств. Почему сразу не дать крупным инвесторам вложиться? Владимир, смотрите, мы изначально, да, действовали как предписано, по всем правилам, сделали, разработали, неокры, выставки, всевозможные мероприятия. Мы ходили по разным экспертным комитетам, ходили по программам, финансирование там. Разные схемы были. Везде доказывали, везде рассказывали, везде все показывали. И чего только не было. Но везде, где деньги нам нет, где без денег, везде первое место. А потом на определенном этапе было принято решение вот заняться такими вещами. Потому что, да, были предложения, вот был
одно такое предложение интересное. Значит, да, мы согласны финансировать в любых объемах, но проект должен располагаться на нашей территории. Я говорю, все отлично, но территория по пропускам, и в один прекрасный день мы придем и поцелуем вот эту вот проходную. Потому что действие наших пропусков будет аннулировано. На все оборудование, все имущество останется там. И мы результат подарим дядям. А судиться с вами, да, мы потратим годы на все это дело, но к чему это приведет? Оно нам надо, это надо быть идиотами, чтобы на такие условия соглашаться. Поэтому мы четко понимали, что делать, как делать, тем более, что опыт в этом деле есть достаточно солидный, серьезный, знаем, чем имеем дело. И поэтому мы пошли на вот такое финансирование. И вот теперь смотрите, мы вдруг берем и соглашаемся на крупного инвестора. Но, естественно, крупный инвестор захочет входить на других условиях. И его желание будет очень большое — обнулить всех мелких инвесторов любыми доступными способами, потому что это ему нафиг не нужно. И я бы сделал то же самое, честно. Потому что, ну зачем оно им надо? Зачем? Это логично. С их точки зрения, с точки зрения бизнеса, это логично. Поэтому нельзя запрягать в одну упряжку вола и лошадь. Или верблюда. Тяга будет разная. Поэтому, если уж пошли так работать, ну, так надо и продолжать. Это один момент. Но второй момент, надо не забывать, что мы озвучили и даем гарантии, свои гарантии, о том, что будет вот так. И что с нашей стороны не будет никаких действий, направленных на ущемление прав мелких инвесторов. А теперь смотрите, мы это пообещали, а потом говорят: ну, ребят, ну, извините, так случилось, мы взяли крупняк, привлекли. И что? Как потом? Люди, инвесторы спросят: слышишь, Дуинов, ты что творишь? И будут правы. Если же эти люди сами по своей воле примут решение и потом продадут, уступят, подарят нас, либо еще что-то, это будет на то их воля. Или же, допустим, если я или еще кто-то предложит, скажет: ребятки, продайте, а? Каждый человек подумает, у него будет выбор. А так я лишаю всех выбора, альтернативы. Те же, вот, которые мы говорили, гарантии до финансирования, да? Там предусмотрено, что да, если не дособрали, они дофинансируют проект. Но при этом, по мере поступления средств от мелких инвесторов, эта доля страховая будет выкупаться у организации, у лица, которая дофинансировала проект. И они не будут претендовать на владение проектом. Вот такие вот условия там. Вот Юрий Юрьевич пишет, хороший пост: при всем уважении к вашей личности, я уверен, что людям нет времени вникать в детали, о коих вы вещаете. Мы не можем оценить по достоинству ваш вклад в развитие технологий 21 века. Инвесторы лишь интересуют будущее самих себя. Юрий Юрьевич, ну не задавайте тогда таких вопросов, понимаете? Я же отвечаю на те вопросы, которые задают мне партнеры, инвесторы, вот здесь в чате и во вкладке вопросов. И для того, чтобы... Зачем задаться? Для того, чтобы разобраться в проекте. Я отвечаю для того, чтобы у всех было больше понимания о сути проекта. И я отлично понимаю, за чего вопросы задаются. Да? Я знаю, что многим интересно, насколько же проект проработан и насколько мы понимаем, что делать в различных ситуациях, в различных случаях.
и почему мы поступили так, а не иначе. А это во многом влияет на принятие решения человека. Один скажет, да ну нафиг этого балабола, я пойду в другое место. Или не буду инвестировать, да? А другой может принять другое решение. Вот поэтому и отвечаю. И я ни в коей мере не говорю о сути проекта изобретения. Я же не рассказываю про то, что как давятся гармоники, что, допустим, двигатели на самом деле нет ни третьей, ни пятой, ни седьмой гармоники, что если разложить это в ряды Фурье, то это окажется гармоники там 240-я и так далее. Я вообще теоретические вопросы не трогаю сути изобретения. За счет чего это достигнуто, почему это влияет, как это, я это вообще не трогаю. Я рассказываю об обычных жизненных вещах, которые волнуют партнеров, инвесторов. Вот и все. Извините, если я говорю не то, что вам надо. Вы задайте мне вопрос, я вам отвечу. Честно. По поводу ареста направления Китая есть новости? Валерий, ну смотрите, то, что занимается Виктор Арестов, это направление модернизационного потенциала, это вот скорее и больше работает как реклама технологий. И это показывает, какие есть возможности у технологии, подготавливает рынок к тому, чтобы купили уже полностью перепроектированный двигатель. Потому что если мотор выполнены по нашей технологии на стандартном пакете железа, дают такие результаты, то какие результаты дает мотор полностью спроектированным под эти обмотки? Вот Виктор Арестов дает ответ на эти вопросы. И создание транспортных средств на базе этих моторов, с использованием этих моторов, это как раз и открывает нишу для основной части этого проекта нашего с вами. Поэтому Виктор работает, он был в Германии, он немножко отдыхал, я ему, честно говоря, завидую, потому что я еще не отдыхал, вот. Хотя сотрудникам так обязательно предоставляется такая возможность, не только, а еще и гарантируется, но, к сожалению, себе этого еще позволить не могу. Каким крупным серьезным компаниям вы будете конкурентом? Денис, никаким. Мы будем крупными конкурентами для тех, кто занимается разработкой. А это коллективы внутри крупных компаний. На самом деле, компании, которые занимаются производством двигателей, без разницы, кто будет источником. Ну, условно скажем, без разницы. Да? Источником документации. Потому что если это позволяет улучшить их продукт, то в достаточной степени, до такой степени, что они готовы заплатить эти деньги, они их заплатят. Конечно, те, которые компании и те, кто занимается разработками двигателей в аналогичном направлении, они будут против. И вот в частности, против многие те, кто занимается продажами, допустим, BBC двигателей и так далее, они очень не приветствуют даже любую информацию о проекте, они и грязью поливают, и помоями там, и что только не происходит. Они требовали там параметры, мы выкладывали параметры, графики, номограммы, трехмерные номограммы. Все это все игнорируется, двигатели плохие, это дерьмо, и все. Причем безапелляционно и без всякого подтверждения. А информацию, которая чисто техническая, они вообще полностью игнорируют. Ну, поэтому вот эти будут вести против нас, и не только вести будут, а и ведут свою работу. Но тут был нюанс один очень интересный. Они чуть-чуть прозевали. Они думали, что все будет идти по стандартному варианту, и никто из них даже не предполагал, что мы пойдем на открытие информации. И в данном случае рядовые обмочки сделали очень большую работу. Когда они начали мотать двигатели по нашей технологии, мы им предоставили данные, информацию, схемы, обмоточные данные, научили. Они начали мотать,
И вот тут оппоненты проснулись, кинули, говорят, так это же вот ерунда. Вот где тут научная база? Ну, обычно говорят, мы знать не знаем, что тут научная. Мы мотаем, она работает и дает результат. А науку идите, пишите. И все. Потому что одно дело, когда они там просто заявляют на форумах там, и все остальное прочее, там, в научной среде можно, по-моему, залить, а вот практику уже не зальешь. И они вот никак не ожидали, что такое раскрытие произойдет на этом этапе. Потому что они не понимали, что на самом деле готовится следующий этап. Они думали, мы на обмотках просто так и остановимся. Да, нет, тут-то было, и там-то устало. Поэтому надо бить на взлете. А когда взлетел самолетик, да, ну, тут уже можем и подраться. На стоянке и на взлете, да, там удобно. Ну, поэтому драчка-то идет, ну, и нормально. И будет идти. И мы прекрасно понимаем, что без этого никак. На какой срок действует авторское право на изобретение в мире, в России, в частности, до 20 лет? На Славянке, по Славянке Горыныч. Кстати, являюсь владельцем Горыныча. Андрей, очень приятно. Очень приятно, честно. Посмотрите, действует 20 лет. Изобретение, полезные модели 10. Но есть возможности продления. Вот, но смотрите. Одно дело... патенты на обмотки, а совершенно другое дело методики проектирования. Как мы это делаем? Потому что, допустим, представьте, у вас в руках есть некое изделие, вы видите, есть изделие, да? Вы можете снять с него геометрию, но вы не понимаете, как она получена, как она сделана. Ну, вот как пример, да? Вы видите, что край стекла обработан наждаком. Ну как, наждак же разобьет? Вроде бы непонятно, да? И сунулись, бах, разбили, сунулись, разбили стекло, да? Поэтому надо понимать, надо владеть технологией, как это сделать. Поэтому точно так же и здесь, помимо схем, есть еще методика, технология проектирования новых двигателей. Это вот и есть ноу-хау, которая, ну, представляет для проекта достаточно серьезную весомую долю и которая в патентах не раскрыта. Разъясните про уставной капитал Sovelmas. Что это, при каких обстоятельствах необходимо его наращивать? В чем суть этого капитала? Многие к нему апеллируют, хотя сами пояснить ничего не могут. Ну, смотрите, в любой компании есть учредитель. Этот учредитель может претендовать на часть прибыли компании, распределяемую в виде дивидендов. При этом он рискует в этой компании в пределах своей доли в уставном капитале. Все. Но есть еще ограничения по уставному капиталу, потому что если у тебя... уставной капитал ниже определенного значения, ты не можешь, допустим, вести там банковскую деятельность, либо еще определенные виды деятельности. Вот такие ограничения. На самом деле, тут на данном этапе это никак не влияет. Мы можем, допустим, вот по мере развития нарастить уставной капитал. Но вот при отжиме, предприятие. Наибольшую часть будет интересовать, а какой же уставной капитал? Почему? Потому что если там осуществляется наезд на предприятие, то ты можешь сделать там передачу, либо еще какое-то движение по основным средствам и так далее. А вот уставной капитал ты не выделишь. Я уже говорил, что, допустим, если ты внесешь уставной капитал интеллектуальную собственность, то если на тебя наедут, ты эту интеллектуальную собственность из уставного капитала уже не выдернешь. И она достанется тому, кто на тебя наехал. И в случае успешного наезда. И вот когда на такие шаги шагают, толкают, вернее, чтобы ты шагнул так,
сделал такое действие, я всегда думаю, а зачем это им надо? И ведь многие достаточно солидные организации на такой шаг толкают. Они говорят, вы обязаны, я говорю, не обязан. Ну вот у нас такое правило, если вы его не выполните, значит, мы с вами не работаем. Я говорю, понял, не дурак, понял. Интересно ознакомиться с биографией команды. Господа Дуинова, Арестов, Семенова и ваша история, Павел, также важны. Успехи, неудачи, любой опыт интересен. Во-первых, для будущих проектов, во-вторых, для детей, ищущих свое призвание. Или наоборот. Андрей, ну в моей биографии, за других расписываться не буду, в моей биографии ничего интересного нет. Поэтому на ней кого воспитывать? Обычный человек, как и все, родился, детский сад, сбежал в школу, школу закончил, поступил в институт. И дальше работа, семья, ну, служба в армии. Вот и все, что есть за плечами. Работа, работа, работа и работа. Достижения. Что такое успехи и неудачи, я не знаю. Это обычные дела, обычная работа. Понимаете, это вот я не думаю, что для детей это будет интересно. И не надо мне делать ни икону, ничего. Наоборот, вот для детей важно что? Как можно больше, чтобы они информации получили, чтобы у них была возможность попробовать себя в разных вещах. И вот если где-то на каком-то этапе у него глаза загорятся, если что-то вот зажжет интерес, и тогда он этот интерес пронесет через всю свою жизнь. А когда начинают, вот, ну вот мы все да, в детстве хотели быть космонавтами. Не знаю про всех, я не скажу, но у нас тогда же этот, по телевизору запуск космонавты, встреча. Цветы, машины, да, и вот космонавтами, да. Ну, кто из нас там космонавт? Да никто. И занятия там частным бизнесом или еще кто-то, да нет, это не было. Служение было, работа. И даже когда начали валить страну, все были законопослушны, ну, если так сказали, так и шли. И только те, у кого не было скрепов каких-то, но они оторвались по всей полностью, они могли переступить через пороги, отжать акции, отжать там собственность, отжать ваучеры и так далее. У них не было этих скрепов, это их не сдерживало. 90-е вы все помните, ну, старшее поколение, имею в виду, да? Что было у людей, которые потеряли скрепы? Это не пример для детей, потому что они будут жить в другом мире. Я надеюсь, что мы его сделаем немножко лучше с вами. И они будут жить в этом мире. И вот если они будут задействованы в этих процессах созидания, и если они будут получать от этого удовлетворение, удовольствие, если у них глаза будут гореть, тогда да. И вот смотрите, сейчас будет вот востребовано в будущем, ну уже сейчас востребовано в будущем, тем более, да, будут востребованы специалисты, которые будут работать с аддитивными технологиями. Потому что вот вытачивание из куска металла будет заменено формированием детали. Вот, из металла, из других материалов, те же самые технологии карбона уже... Технологии меняются, поэтому востребованы будут уже не менеджеры, не бухгалтера, как в свое время курсы там, даже технические вузы крепали бухгалтеров, экономистов, менеджеров, всех мастей. Да сейчас их хватает. Не в ней будет дело. А вот специалисты, которые смогут управлять этими процессами, создавать 3D-модели, будут владеть 3D-принтерами, допустим, да, управление квадрокоптерами,
беспилотными системами. Вот эти люди будут востребованы, специалисты. И у них будет совершенно другая психология. И эта психология сейчас должна закладываться в этих маленьких, но в будущем больших людей. И вот это надо сделать. Я не говорю, что тот там достиг этого и так далее. Да, мы не знаем, кто чего достигнет. Потому что, ну, можно привести такой пример. Зерно, да, вот мы взяли колосок, на поле собрали. Одно зернышко уронили, земля упала. Опять вырос колос. Богатый, плотный. А другое попало на мукобольню. Хлебом стало. Третье мышь съела. А четвертое упало, везли неаккуратно на асфальт. Но и в том и в другом случае это зерно из одного колоса. Поэтому важно, наверное, чтобы дети вот наши, да, они не попали на асфальт, не попали к крысам, мышам и так далее. И в жернова не попали. Вот это важно. Это более важно, чем вот то, о чем мы говорили. Хорошо, Андрей, ну, Андрей, я уже рассказал, что сделал, да? Ну, сейчас ждем подписания договора. Так, убежал, извините, тут вопросы добавляют, а оно у меня убегает, я теряю. Я теряю. Вот. Какое-то оборудование планируется еще приобрести, чтобы выстроить всю технологическую линию для производства опытных партий моторов? Или до окончания строительства корпуса лаборатории не имеет смысла увеличивать станочный парк? Спасибо. Олег-22. Но оборудование докупается. Вот сейчас, если на видео обратите внимание, в лаборатории дополнительно монтируется щиток. Сейчас сделали специально устройство, разработали для коммутации при измерении сопротивления обмоток. Это сделано для того, чтобы можно было автоматизировать процесс измерений и внесения их в базу данных. Поэтому развитие ведется по мере возможности, и по мере необходимости. Но основное оборудование, конечно, будет там. Здесь только по минимуму, потому что, ну, ремонтировать помещение, вкладываться в это дело, готовить под того, чтобы можно было делать. Ну, на это делать надо только тогда, когда это целесообразно, потому что это деньги, потому что мы уйдем с помещения, а это все останется там. Но это только тогда, когда надо. Поэтому не все сразу. Вы правы. По углу шлифовальной машине может показать полученные результаты. В ролике показали стандартные характеристики. АСЛБ показали характеристики УШМ-ки стандартные, для того, чтобы посмотрели, какие она должна развивать. Да? А все остальное будем показывать. Это показали те данные, с которыми будет сравниваться. Валерий, ну, по искрам я ответил, что обратного вращения нет. Если было бы обратное вращение, гайка бы открутилась. Александр спрашивает, какие новости от Виктора Ареста. Компания Zeta сотрудничает с вами. Есть ли новые компании, которые заинтересованы с технологией? Ну, компании так и есть. Компания Zeta сейчас сотрудничество приостановлено. Ну, там либо возникло недопонимание, где-то что-то вот и с их стороны были шаги определенные, которые, ну, не вписываются в наше понимание сотрудничества. Но я думаю, что со временем это все выровняется. Ну, потому что это бизнес. И каждый пытается там порой вести себя
как слово в посудной лавке, ну, такие вещи бывают. Самое главное, что мы должны придерживаться линии, которую мы наметили, которую мы позиционируем, и быть при этом надежными партнерами, отвечающими за свои слова. И тогда все будет нормально. А если вам палки в колеса ставить будут правительство, нефтяники, конкуренты, что вы делать будете, Александр спрашивает. Александр, то, что и делают. Палки вставляют, мешать мешают. Проблемы бывают, создаются. И причем они всякие, разные. Это работа. Ну, что будешь делать? Искать решение. И переводить в другую плоскость, потому что, ну, понимаете, можно устроить войнушку, а можно договориться и найти точки соприкосновения и взаимные интересы. С «АвтоВАЗом» будете совместно работать над электромобилями? Александр, ну, попытки были, но, во всяком случае, Игорь Корхов продемонстрировал возможность технологии с их электроладой и «Ладой». Ну, пока их не заинтересовало, потому что, ну, успехи у них там, я не знаю, какие планы, но пока реального сотрудничества нет. Есть возможность пригласить на международную конференцию представителя «Технополис Москва»? Константин Т-34. Константин, ну, вы понимаете, приглашать. Станем резидентами, пригласим. Только так. Пока. Смысла пока нет. Пока мы не вступили в взаимоотношения, ну, приглашать, о чем будет речь. В вашей компании есть вакансии, какие помимо грамотных инженерных кадров? Андрей, сейчас вакансий нет, приема нет. Пока нет. Про конструкторское бюро как результат я услышал, но не понял, куда планируете развиваться и на чем зарабатывать. Какая цель компании? Цель компании – прибыль. Зарабатывать на продаже разработок машин электрических вращающихся. Их порядка 10 тысяч разновидностей. На нашу жизнь хватит. И на внуков тоже. Поэтому вот конструкторское бюро – это не просто конструкторское бюро, это инжиниринговая компания. Я уже говорил, это проектно-конструкторское технологическое бюро. Это вот мы должны взять, разработать двигатель, сделать установочную партию, подтвердить его характеристики, параметры, описать их, выполнить весь цикл работ и показать, что вот это технология, вот этот продукт, вот если вы возьмете документацию, по ней изготовите вот это, то получится такой результат. Стоит это, стоит. И что ваш продукт, если вы возьмете производить, будет превосходить аналогичный продукт, представленный на рынке. А можно ли сделать так, чтобы автоматически деньги с карты переводились на счет в личном кабинете для оплаты рассрочки? Неправильно. Смотрите, неправильно. Я бы не стал этого делать по одной простой причине. Вообще вот эти все автоматические списания, я считаю, полагаю, неэтичны. Потому что вы сами должны принимать решение, платить или нет. А вдруг вы откажетесь, а у вас деньги спишутся, возникнет коллизия правовая. Вы можете там дать согласие на списание, а вдруг у вас там возникли какие-то условия непреодолимой силы, да, обстоятельства. И вам срочно нужны были бы деньги на что-то другое. И тут вот вы должны сами решать, платить или не платить. Потому что все-таки проект по-любому, так как он еще до конца не реализован, он имеет некоторые риски.
Да даже уже готовый бизнес имеет риски. Здравствуйте, можете ли уже сейчас взять заказ на разработку ветрогенератора? Если да, то каких размеров и мощностей? Александр, я не возьмусь за разработку ветрогенератора по одной простой причине. Я не вижу их в качестве успешного бизнес-проекта. Спрос и потребность ветрогенерации ограничены. И на первых этапах тратить время на продукт с ограниченным применением нецелесообразно. Потому что если сравнить перспективность разработки привода для электроинструмента, той же области шлифовальной машинки, и ветрогенератора, это два несопоставимых проекта по финишному коммерческому результату в случае успешности. Поэтому, если бы было окно или свободное время, ну, можно было бы взяться за рассмотрение этого вопроса. И сказано Павлом, понятно, что в обозримом будущем финансовые результаты привлечения объявлены не будут. Эдуард Иванович, будут. Ваше отношение к этому? Но смотрите, на данном этапе вот сейчас я не вижу необходимости оглашения этих результатов. В чем причина секретности цифры собрана и имитированной далее от инвестора? Вопрос не в секретности. Вопрос даже не в секретности, а в целесообразности. Поверьте, те действия, которые предпринимаются, они предпринимаются в интересах защиты инвесторов в том числе. И я думаю, что со временем вы со мной согласитесь. Я смогу в ближайшее время, надеюсь, объяснить эту причину. Вот. Но на данном этапе, я думаю, что это делать нецелесообразно. И никакой тайны тут нет. Абсолютно нет. И поймите, вот решение по раскрытию информации принимается не одним лицом. Это хорошо взвешивается, на каком этапе какую информацию раскрывать. И это не придур или не желание там какую-то тайну сделать, сотворить. Нет. Ну, во всем есть простая и рациональная целесообразность. Возможно, народ переживает, не зная команды. Вы знакомы с предыдущей работой команды Solar Group, господин Семенов и Филиппов? Андрей Магадович, знаю, конечно. Вы знаете, мультик про это самое, про трех мушкетеров, про трех кобелей там и котов, да? Говорит, возьмите лучших из лучших, залезет рано, возьмите лучших из лучших. Понимаете, у нас нет наработанных специалистов для работы краудинвестинга. Просто нет. И вот ребята где приобретали опыт? Они работали в проектах, те, которые были доступны. Нарабатывался опыт, потому что просто нет, за рубежом тоже не готовят. А где? Брать людей с нуля? Ну, можно, но дровно ломать таких, что не дай бог, если нет опыта и втягиваться в это дело, это точно так же, как за руль, ну, хотя бы инструктора посадите, да, рядом. Вы, прежде чем выезжать на дорогу, где там очень интенсивное движение. Да, но для этого надо понимать, что и контроль должен быть за исполнением всех этих вещей. Так что я не питаю иллюзий вообще в отношении людей никаких. Потому что я знаю, что даже любого самого порядочного, добропорядочного человека, поверьте мне, можно в течение, ну, максимум там получаса вынудить сделать то, что он не хочет делать. Элементарно. Я думаю, вы со мной согласитесь и понимаете, о чем речь.
Вот и все. Никто не идеален. Абсолютно никто. И у меня нет иллюзий в отношении того, что может происходить. И вы, наверное, обращаете внимание, что иногда я корректирую некоторые высказывания, конкретизирую и так далее. Да? Поэтому люди учатся, совершают ошибки. Иногда и дурь бывает, не без этого. Но я надеюсь все-таки, что болезнь роста будет преодолена. Вот и к тому есть предпосылки. Люди наберутся опыта, возмужают в этой работе. И я надеюсь на то, что вот когда будет уже результат конкретно достигнут, они будут гордиться, и вот эта гордость за содеянное, созданное, она будет более весома, чем все остальное. Она перевесит все остальное. Я такое наблюдал много раз. И надеюсь, что и сейчас не очень ошибаюсь. У фирмы Mosoble есть электробайк с мотор-колесом 5 кВт. Разгоняется до сотни за 61 секунду, до 130 за 8,2. Это на бельгийский. А ваш байк с МК-318 габарита заявлен 20 кВт. Скорость меньше 110. Как же так? Не меньше 110, я 144 на нем выгонял, разгонялся. Но вот за 6,1 мотор 5 кВт, 130. Пока не увижу, не поверю. Ссылку. А понимаете, вопрос в чем еще? Бельдиси можно форсировать и выгнать, и он будет ехать, но стоит вопрос, а с какой эффективностью? Можно сделать транспортное средство, которое там, моторчик, дать в него достаточно, перенасытить железо и так далее, он у вас уйдет в отрыв, все, но это недолго, это для того, чтобы показать какой-то рекордный участок. Но, смотрите, никто не ездит на болидах Формулы-1 по улицам. Для ежедневной езды это не годится. Поэтому надо отличать, для чего и как делается. Но и с другой стороны, 5,1 кВт. И есть еще другой момент, что аэродинамика мотоцикла, велосипеда резко отличается. И если мы берем аэродинамику велосипеда, она хуже, чем у мотоцикла. Так что тут все не совсем так просто. За внимание. Извините, пожалуйста, что там с шеей, когда можно будет приобрести. Роман, но до приобретения еще дело не доходит. Идут тесты, результаты хорошие. Это вкратце. Всем спасибо. До четверга. Удачных выходных.